Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Не комментировать, либо запрещать мы это не можем. Дипломаты как-то участвовали? Нет, посольство в этом процессе не участвовало. Откуда такая информация вышла, что это посольство? Ну, вы же знаете, ситуация сейчас в Украине сложная, поэтому любые вопросы в информационном поле могут выходить в разных ключах. Поэтому в этом никакой проблемы не видим. Юрта как юрта. Мы, наоборот, гордимся, что у нас есть юрта.